Здравствуйте! Официальный сайт Министерства спорта опубликовал списки кандидатов в национальные команды по биатлону на новый сезон. Сообщается, бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев займет должность администратора тренировочного процесса в сборной России, а вице-президент СБР Валерий Польховский не включен в списки тренеров и специалистов, хотя в списке от 27 мая он присутствовал. Отмечается, что экс-биатлонист Сергей Рожков вернулся на должность начальника команды. Напомним, что год назад Рожков уходил с этой должности. Также сообщается, что тренер по стрельбе Леонид Гурьев продолжит работать с женской сборной. Ранее он не входил в список тренерского состава. Также ранее Союз биатлонистов России отправил уведомление в региональные федерации о проведении внеочередной отчетно-выборочной конференции, которая запланирована на июль 2020 года. Да, не успеваем следить за всеми событиями, которые происходят в биатлоне. Так часто они меняются, что трудно даже предположить, что там будет дальше. Не успеваешь осознать одну новость и согласиться с ней, ну, либо наоборот, не согласиться, как тут же следует другая, прям-таки противоположная первой. Чудеса, да и только. Нам бы хотелось узнать, что вы думаете по данному поводу. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!